Приветствую вас, друзья! Тема этого видео – как избавиться от страха. Я продемонстрирую простую, но эффективную практику, ритуал и заговор, которые помогут вам это сделать самостоятельно и сделать легко. Но прежде нужно понять природу страха, то есть откуда идут корни. Корни всех страхов происходят от инстинктов. То есть когда-то очень давно это было заложено в нас для того, чтобы охранять, оберегать от опасности. Потому что страх – это такой своеобразный стоп-сигнал. Но разум человека превратил страх в препятствие. И эти препятствия, они реально мешают в жизни. У некоторых людей страхи превратились в фобии. Все мы прекрасно знаем, что, например, боязнь закрытых или открытых пространств. Некоторые люди вообще боятся просто выйти из дома, потому что они раскормили собственные страхи, если так можно сказать, вот напитав их собственной энергией. И это стало проблемой. Так вот, я продемонстрирую, как уже сказал, простую практику, которая поможет вам это преодолеть. Итак, что для этого нужно? А для этого просто нужно зажечь свечу. Зажигаем. И, как я всегда говорю, около минутки примерно вглядеться в пламя огня. Прочувствовать свой внутренний огонь. Затем нужно поднести руку к пламени. И, представив свой страх в виде какого-то образа, как вам будет удобно, произнесите такой заговор. «Сжигаю свой страх, обращаю в прах, себя освобождаю, дороги открываю истинно». И вот после этого страх станет значительно меньше или пропадет совсем. И вот в дальнейшем, если он снова будет возникать, уже образно, то есть без свечи, но мысленно, как бы сжигайте его в огне. И при этом либо вслух, либо шепотом, или мысленно, как удобно, произносите тот же самый заговор. И этот страх исчезнет навсегда. Откроет вам дорогу. Спасибо за внимание, друзья. Ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю всех благ и до новых встреч.